Митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл встретился с генеральным консулом США в Екатеринбурге Отто Хансен ван Майерсеном. Встреча состоялась в духовно-просветительском центре Патриаршее подворье. Встреча главы митрополии и генерального консула стала первой со времени прибытия Отто Хансен ван Майерсена на Урал. Господин консул рассказал митрополиту о планах своей деятельности по развитию связи между Соединенными Штатами Америки и Россией на Уральской земле. Мне нравится связь, но моя главная проблема это, что я не говорю русский язык, и я понимаю еще чуть-чуть. Это препятствие. Ну, что делать, это препятствие, они преодолевают, да? Через возможное общение с русскими. Это... Да, и когда у меня есть очень... Владыка Кирилл ознакомил дипломата с предстоящими событиями в жизни Екатеринбургской епархии. В завершении встречи господин Отто Хансен ван Майерсен осмотрел экспозицию музея Патриаршего подворья.